Понятно как. Все лопаты штыковые, уперли в лагерь. Посмотрел 5 штук. Кошек накормил. С утра у меня огорчение сегодня. Этому простофили дал порубленные ножки, это овечьи. Они сварили бы их там. Хороший дал, 3 дал ему. Он с одной и сразу пошел прятаться. Сейчас подхожу, ворона, значит, одну ножку, видно, унесла, коршун другую. Он только глазами подошел, хлопает. Такой умный. Ну еще. Кого спрашивать? Она сидит, вот ворона, радуется. Коршун вон полетел, над Устиновым летает. Не видать, наверное, отсюда. Нет. Ну иди сюда, сейчас он подойдет. Это шарик тебе претензии. Второе. Вон они, голуби у меня переворачиваются, как летает. На этом, на голубятне. Ага. А там где? Там не видно уже где-то. Ну и банка у меня, 3-литровая банка, такое прям огорчение-то. Принес. В ней что-то было, она чистая, ну уж промыть надо ее хорошо. У Гали маленькая рука. Я поставил на стол, она говорит, вот сюда поставь. Промой ее. Вдруг треск, гляжу, летят осколки, что Никита, никто не звал, подсуседился. Линул горячей воды, плотно закрыл. Начал болтать, я даже не видел этого, я занимался другими, слышу треск, тут же стоит картошка чищенная, еду готовят, и одни осколки, все пропало, выливать теперь надо. Кто тебя просил? Ничего не может сказать, какая-то такая гнусная ухмылка на лице. Банки нету, на столе что было, все под сомнением, все в отвал. Прям мгновенно, вот, даже не ожидал. Зачем ты полез? Рука твоя не пролазит, горлышко 3-литровое. Теперь купи мне банку. Второе, сколько пропало там. Теперь бери лопату, иди там далеко в крапиву, вот настолько, чтобы ниже было, закопать. Потом, я ничего не делал. Сказал Галя, она тут же стоит. Он не знает, что натяжение силовых каких-то, кстати, линий в банке, оно на то, чтобы сжать ее, а не разжать. Если мед там есть, изнутри берешь и маленько стокнул изнутри, она сразу разваливается, банка. Потому что это другое. Вчера мы ставили капканы, надо проверить сегодня на кротов. Ну, шарик ты шарик. Все. Все, все. Ты очень добрый, ворон, коршунье, все кормит. Так. О, вчера мы тут ходили. Я пойду по этой траве, а ласточки там вадим. Они то ли меня запомнили, что я мешаю им там. Так они меня здесь еще атакуют. Прям бросается и провожает. Какая я смелая, сильная. Однажды ласточки напали на этого копчик летит. Ястребок-то. Ну и вот так вот. А он обернулся, одну сразу схватил. Прям тут же. И все в рассыпную. Так что дразнить не надо президента других, выступает без имени. Найду. Пусть советская власть найдет тебя. И здесь-то прикусишь. Вот. Вот отсюда мы начали. Вот. Это сегодня, сколько мы там говорили, сегодня уже... 26. Да. Вон сколько у меня голубей летит там, над этим. Вон они. Дикари-то, я их... Они начали у меня гнездиться, дикари. А эти живые голуби оживил ничем, то есть такими вот. Так, что тут есть? Дальше убираю потихоньку, задвинуть, не засыпать. Капкан стоит на месте. Его видно, вон она, душка стоит. Вон она. Угу. Видно? Да, видно. Вот я сейчас закрываю, пройду, проверю, а потом везде. И опять надо зарывать, чтобы не попало. Вот где соприкасается с землей. Это, чтобы зарыть, воздуха не было. Так, с дальнего начнем тоже. Вот где замесов было. Два капкана у меня вот. Видишь? Веревочка. Вот. Вот два капкана. А оба стоят. Вон они. Видно, что... Теперь я их зарою опять. Проверить надо, потому что, ну, раз хотя бы в день проверить. Еще тут не прошло. Вот. Ведро оставил. Опа!
Зарыто. Значит, тут что-то есть. Давай. Но никак. Чтобы не оторвать. О! Красавчик какой. Вот он какой есть, слепыш. Ну все, закончилось. Что теперь делать надо? Ну тут мы разберемся. Дальше беру лопату. Теперь все снимаем. Он один, как правило, бывает. Так. Какие кучи огромные. Смотри, сантиметров 20 высота и метр на метр. Это вообще. Вон, до глины он дошел где-то. Даже глина. Это у него там эль там. Но... А что, у них семейная пара не бывает разве? А? Семейная пара это не бывает у них? Нет, нет, ни разу нет. Не встречал. Если попался, он по новой где-то будет, потом видно будет, кто-то придет на его тоннель. Кто-то. Ну вот теперь где вырезано было, надо топтать туда. А это все разбросать. Потому что, ну как тут косить-то, невозможно. И вот обязательно кто-то жалельщик найдется. То есть эти люди, которые ничего не знают, паразиты потребляют только из магазина. Они не знают, как это достается. Он не поймать не может, не уничтожить, ни волка. Волк зарезал, 150 овечек зарезали. 150. Ужас один. Ну вот волка поймали. Да какое имели право волка? Он санитар. Он насчитался книжек. Санитар. Ястреб берет голубку самую лучшую. Потому что которая такая слабенькая, она... бросается, падает где-то в землю, а это поднимается кверху, а у ней крейсерская скорость раза в три меньше, чем у ястреба. Вот оно сколько. Это вот я изберу, потом все надо собрать. Оттуда я это взял, нет? Нет, насечку. Надо взять. Вот я тут думал, он попадется здесь, а он попался в другом месте. Вот это у меня третье. Зарылся. Куда? И вот начинает стонать и все. Это люди, ну, не приспособленные к жизни, они ничего не знают. Если увидят, курицу режут или голуби, он умирает прямо. Ой-ой-ой, да как так? А сам лопает каждый день. То есть это люди боятся смерти. Вот она. Теперь надо везде разравнивать. Он будет? Нет, конечно. Как один говорит, я знаю, еще узнал. В России, говорит, старое это было как. Они, говорит, избы мазали коровьим дерьмом, говном. Это вся дерьмовая Русь была. Вот куда он подводит? А ты молоко-то ешь откуда? Дерьмовые мозги свои. Пробуди маленько. Теперь надо раскидать, убрать, чтобы и не было. То есть все кончилось. А кто это будет заниматься этим? Да никто. Кому это надо? Пропадает пастбище, покос, в огороде. Вот. Вот оно где. Теперь это. Вот начинает выявлять. Дерьмо. Во-первых, дерьмом корова не называется, а навоз там, помет, как угодно. То есть, а он знает слово дерьмо, а не знает, что это слово относится к нему. Что такое дерьмо? Поносит Русь старую. Вот все мы разровняли. Теперь собираем. Это все ходить надо.
ходить. Ходить, делать надо. А он будет делать, кто это? Конечно, нет. Так, у меня 4 должно быть. 4. Так, лопата. Ведро. И этот. Вот он, приятель. Пойдем. Посмотрим, что дальше будет. Солнышко так отходит. О, подожди, да я вот отцеплю хотя бы. Постой. О, я не ждал, что так. Давай. Смотри. А он шарика не поцарапает? А? Не поцарапает шарика? Не понял. Шарика не поцарапает, говорю? Нет. Смотри, еще он шарик-то. Шарик-то боевой наш. Хорошо, шарик. Хорошо, лови его. Хорошо. Притравка идет. Ну. Ну, молодец, шарик. Так учат против кабанов, медведей. Ну, шарик вообще замечательный. Я не ожидал от него такой хватки. А кошки садятся около... Норы маленькие, кротики, и целыми днями сидят и ловят, смотри. Дело в том, что он же раньше, когда бегал-то в одиночку, он этим и занимался. А видимо так, этим и питался. Он бомжовски попался нам, собачка-то. Видите, держит как. Ну, шарик вообще. Замечательный кобель. Он белая тоже подошла. Белая, белая это. У нас был кот, давил крыс. А в деревне крыс было много. Так его по всей деревне носили. Вообще крысы это яры дерутся. И он как-то приспосабливался, в погреб сажали, там молока давали ему. Видишь? И я, говорит, в складе в одном было, говорит. Утром приходят, там, говорит, штук 10 крыс. А он залезет там в перекладинах, кот сидит, сверху бросается, душит. Крысы бросаются, а его уже нет, он уже сидит вверху. Ну, правда, неправда, наш кот был такой. Но залез к дяде, и там баран висел, у него курдюк отъел. И, видимо, он его поймал и убил. Так, думаю. Сейчас его надо посмотреть, я подойду сейчас. Ну, все белое. Это жизнь деревенская. Сейчас посмотрим его. Ну-ка, дай мне его посмотреть. Шарик. Шарик. Дай его, дай. Подожди, это твоя добыча. Ну дай, дай. Шарик. У него когти какие-то, посмотри, передние. Ну подожди. Передние-то когти, посмотри, какие у него. Вот, гляди. Огромные какие когти. Видел? Да, да, да. Он передними роет. Глаза почти отсутствуют. Ну-ка. Он как небольшой, как будто бы, это самый большой крот, который здесь есть. Ой, ну все, шарик, молодец, хорошо. Обязательно погладить, вот у него здесь такие рецепторы. Молодец, шарик боевой, погубил врага нашего. Ну все, да ты-то еще знаешь, готово это сейчас. Ну шарик, это есть на что посмотреть. От нынешнего дня за шариком числится победа. Ну, слава богу, все. Вот не так, сколько тут. Ну, даже дня, суток не прошло. И вот когда приехали сюда, тут, ну, везде, прям перед самым домом, везде все картовик. Покос косить невозможно. А косят-то машина идет. Ну, давай, какие-то особые капканы. Я говорю, ничего особого не надо, надо знать просто. К
чем он живет. А я с детства занимался этим. Сусликов ловил, кротов и как это из кошек белых делать будем, как Шариков говорил. А нужно-то, ну а как без этого? Вот у нас облепиха, растет там смородина, там что, и нападают вороны, сороки, грачи, ну все пожирают. В голые кусты. Ну я натянул сетку, там поймал. Поймал несколько сорок, ворон, грачей. А грач такой, если повешаешь его, убитого граща, на выставку, как говорится, остальные кружатся, кричат и несят. А ворона не понимает, она может и расклевать ее. Ну и крылышки я обрезал, детям подарил. И вот одной подарил, это Лена была Сокольской. Как мама ее напустилась на меня, да я чуть ли не в суд подам на вас. Это вы еще учите, чтобы дети видели смерть. А у нее дома там ящерицы разные, говорится, мыши, крысы, это все это приучает. Ну, любит это. На меня напали за это. Понимаешь, люди нежизненные. Специальные команды, вертолеты уничтожать волков. Потому что они все вырезают. Он, если бы догонял, слабое, а то они все подряд вырезают. А тару может вырезать. Вот. Отравлять нельзя. А капканом почему не поймать? Крота. Что его мало, его все поля везде есть. Ну и я начал ловить, 50 штук поймал. Но потом я вижу, я целыми днями вожусь с ними-то, а у меня ничего нету. Я тогда сказал, твое поле, за каждого крота пол-литровую банку сливок. Согласен, потому что я ему ведро сливок сохранил. Ну и все истребил. А сейчас не стал трогать, расплодились везде опять, и никто не ловит. Ну, он бывает так нору забьет, затрамбует, даже капкан не можешь вытащить. Смотри, он еще он делает с ним, ну-ка гляну. Ну, он все его жует, наверное, да? Ну да. Умерщвляет. Ну, Шарик, нападать будут, если только на тебя. Крота я не убивал. Вон он. Ну, пускай лежит. Если он не съест, вороны сразу утащат. Это находка. Это вот андатр много было, тут тоже все точили. Я их как начал, все уменьшилось. Ну, это, говорят, американская водяная крыса. Сейчас бы надо кто-то бобрами занялся у нас. Никогда не было бобров. Второй год. Видишь, что делать, глянь, это на нем спиной. Это значит полная победа. Я не видал такого еще. Гляди. Натирается, чтобы везде пахло, что он герой. Он звезду-то получить не может, как Брежнев. Так он смотрит ревниво на кошку. Гляди. Убить, на поверженном враге поваляться. Я первый раз вижу это. Чтобы от него пахло, как от победителя, кротом. Видишь, что делает. Но больше нет для чего. Ни один день я не видал, чтобы он так лежал. Когда мы рядом, он не ложится. А то он натирается. Да мимо он в стороне лежит-то. Но это ему надо показать, какой он мощный, сильный кобель. Еще раз давну его. Ну, сейчас замечательно. Шарик. Какой, говорит, шарик? Шарик круглый, сытый. Ну, наш-то похож на это. Ну, все, пойдем обменяемся. Вот, вообще... Не видал такого никогда, вот этого не видал. Но больше еще объяснять-то, он трется там не стороне, а о нем, чтобы у него там, ну как у военных, такие планки или как называют, это у него своего рода планка. Одержал победу. И вот говорит, когда Ламех одержал победу-то, то в оригинале, говорит, в стихотворной форме написано, Ада и Сыла поразил мужа, он поет это, ну пойдем мы как один умрем в борьбе за это. Это первая воинственная песня была в бытии написана. Ламеха. И вот этот Ламех катается на смех. Гляди, кусает морду ему. А зубы у него, как он зубами роет еще. Да уже мертвый. Ну что ты? И это охота к чужой славе примазаться. Обязательно сотоварищество какое-то пропишется с нерусской фамилией. У нас была Вера Федоровна, и она занималась в Академгородке, тут жила, она занималась там исследованием комаров, и кандидатскую получила. И вот, говорит, никого не было, а то надо было в тайгу ехать. Там они как гальванизированные, там все это через комнату слышно, и попутно лягушками занимались. Как только получать там диссертацию или что-то, говорит, приступилось двое из Израиля, и уже ну, в сотрудничестве всем троим назначили. То есть они умеют это делать, а русский даже сделал, нет, он шарик, где он прославится? Нигде. А ведь он важное дело сделал.
очень опасный враг был повержен. Ну, пошли. Теперь мне надо от дождя спрятать.